Сейчас у нас в программе «Первый на первом» губернатор Тульской области Владимир Груздев. С ним беседовал главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич. «Бизнес FM. Первые на первом». Владимир Сергеевич, вы были таким хедлайнером новостным на Госсовете по малому бизнесу, но я сейчас хочу начать с другого, что мне показалось даже более интересным и сенсационным в наше трудное время. Это показатели Тульской области за последний год. 7% прироста промышленного производства. Это хорошая новость, не сочтите за, так сказать, просто комплименты, но тем не менее. Вопрос такой, а в каких отраслях и в каких формах бизнеса достигается этот рост? Я пойду несколько дальше. Первый квартал текущего года мы тоже имеем показатели 107,3% роста промышленного производства. Но хотел бы, наверное, более широко на это посмотреть. Если поглядеть на Тульскую область с 2011 по 2015 год, вот за те неполные 4 года, которые я служу губернатором, могу сказать, что рост регионального валового продукта составил 52%. Доходы региона увеличились с 24 миллиардов рублей до 49,9 миллиарда рублей по итогам 2014 года. То есть это рост в 2,2 раза. А консолидированный бюджет региона области, включая муниципальные бюджеты, увеличился с 34 миллиардов до 63,7 миллиарда рублей. Это слишком праздничное начало. У нас сейчас все-таки кризис, да? И рост в 2013-2014 году мы его по-разному можем объяснять. Вот сейчас на фоне кризиса здесь, что происходит? Здесь как раз, это же вопрос очень, почему он интересен, потому что Тульская область, у нас же нет ни нефти, ни газа, ни золота, ни металлов. То есть мы та область, которая исторически всегда прирастала трудом своих жителей. То есть трудолюбие. Ну, вообще-то, когда-то там был металл, и оттуда вообще российская металлургия зародилась. Это точно так же, как и везде. Тут же Акинфий Демидов, да, который был Демидовичем, потом уже стал Демидовым, он на самом деле из Тульской области уехал как раз на Урал, потому что руды в Тульской области были не очень большие, богатые, и, так сказать, добывать его было достаточно сложно. И исторически Тульская область всегда славилась своими трудолюбивыми жителями, туликами. Пряниками, самоварами и ружьем, все понятно. И все-таки вот в условиях кризиса, я вопрос конкретизирую, где производство растет? Оно растет в оборонном секторе, где много. Больше, самый большой прирост – сельское хозяйство. Второе – химия. Третье. Между прочим, это Procter & Gamble. У вас химия, в том числе, да, в том числе, да. Но Procter & Gamble в данном случае это просто как один из переработчиков. Наибольший рост у нас показывает компания «Московский азот». Это завод, который входит в группу компании «Еврохим». Еще, кроме этого, «Щекино азот» и, конечно, оборонно-промышленный комплекс. Как раз благодаря тому, что мы 4 года назад очень плотно начали заниматься подготовкой новых производственных мощностей для нашего оборонно-промышленного комплекса. И в 2012 году была наконец-то решена задача, и был зенитно-ракетный комплекс «Панцирь» поставлен на вооружение, то как раз вот эта разработка, это изделие сегодня пользуется очень большой популярностью. Так это получается удачная конъюнктура, потому что в условиях особенно кризиса мы знаем, что наш оборонный бюджет не сокращается, поэтому вы хорошо выглядите. Значит, насчет химии, не знаю, благодаря чему там сохраняется рост. Ну, как бы заслуги губернатора вот здесь не видно, потому что это условия, условия сложились. Вы знаете, я никогда не говорил, что это заслуга губернатора. Задача губернатора – это как раз создавать комфортные условия для развития всех производств. Если эти производства растут, это лучший показатель комфортности или дискомфорта, который испытывают наши производители. Сегодня у нас вся эта работа идет, и мы никогда не отделяем власть, в данном случае, вместе с жителями, и работает для интереса жителей. Если у нас наши промышленные предприятия имеют возможность развиваться, то, конечно, мы развиваемся. Что касается... Извините, а можно сказать так, что вам сейчас повезло? Сейчас, потому что касается конъюнктуры. Вот повезло Амурской области, потому что там было принято решение построить космодром Восточный. Огромный объем инвестиций федеральных, которые, к сожалению, пока не очень эффективно расходуются. А вот нам не повезло, мы своим, что называется, горбом, потом и кровью, так сказать, зарабатываем тот региональный валовой продукт, который сегодня как раз и дает возможность нам стать четвертой экономикой в Центральном федеральном округе и регионам, достаточно интересным и привлекательным для инвесторов. Поэтому это ежедневный труд, а вопрос везения. Везет тому, кто везет, знаете.
Вот так. Вот рядом с вами Калужская область, которая, ну, уже такой признанный лидер по созданию условий для инвесторов. И там как раз в основном индикатором является, что именно новые производства возникают. Я не утверждаю, что у вас должно быть то же самое. Тем не менее, то, о чем вы рассказываете сейчас, это благоприятная ситуация в традиционных отраслях. Нет, это как раз, та модернизация, которая была произведена этими предприятиями, в том числе за эти годы. Потому что если бы не было подготовлены дополнительные площадки, это все новые производства. Все, о чем я говорю, это все новые производственные площадки. А вот какие особые условия для этого, собственно, вы создаете? Условий очень много. У нас на региональном уровне утвержден пакет мер поддержки. Ну, это начиная там от льготы по налогу на прибыль. Ну, те традиционные меры поддержки, которые есть. Что из нетрадиционного? Ну, например, мы впервые применили налоговый кредит. То есть законодательство сегодня это предусматривает. Вот мы у себя в регионе часть налога на прибыль для одного из предприятий разрешили платить через год. И фактически как инвестиционный налоговый кредит. Почему остальные этого не могут сделать? Сейчас уже пошло. Сейчас второе предприятие мы рассматриваем. То есть мы говорим 10 тысяч новых рабочих мест. Но при этом часть предприятий закрывается. То есть идет некоторый переток. Ну, что, в принципе, нормально. Но вот была такая до кризиса очень популярная, ну, в том числе в бизнес-кругах и поддержанная на самом высоком уровне программа 25 тысяч высокоэффективных. 25 миллионов. 25 миллионов, да. Высокоэффективных, высокооплачиваемых, соответственно, рабочих мест. Нет, называлась она, эта программа так и есть, она в указах президента, 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест. Высокопроизводительные рабочие места, в том числе, влекут за собой и высокую оплату. Да. Вот если поэтому... Мы по этому критерию, те задачи, которые у нас есть, мы выполняем. То есть у нас задача около 272 тысяч создать за этот период, и мы идем в этом направлении. То есть часть рабочих мест у нас, скажем, поднимается до этого уровня высокопроизводительного. Там по каждой отрасли есть свои, что называется, показатели. Где-то показатели выработки, скажем, на одного рабочего, где-то показатели по заработной плате, особенно это финансовая сфера считается, бюджетная сфера в том числе. Поэтому мы эти показатели выполняем. Прервемся. У нас в гостях Владимир Груздев. И после перерыва на новости и заголовки главных тем поговорим, собственно, о Госсовете по малому бизнесу, в котором вы играли, ну, такую самую заметную роль. Бизнес FM. Первые на первом. У нас в гостях Владимир Груздев. Сейчас о Госсовете, о поддержке малого бизнеса. Значит, вы выступили, вы предложили дать возможность раз в жизни каждому гражданину открыть малое предприятие, которое не платило бы налоги 2 года, пользовалось бы налоговыми каникулами. Президент со свойственным ему, так сказать, таким жизненным опытом, скепсисом сказал, ну, не в том же дело, что все воруют, но просто если закон дает возможность, то и теща, и деверь, и муж, и кто угодно, значит, можно всю жизнь так семейно без налогов жить. Но это такая была заметная часть, а вот дальше мы толком ничего не поняли все-таки об итогах Госсовета. Расскажите. Давайте я попытаюсь рассказать. Ну, во-первых, хотел бы сразу поблагодарить все бизнес-объединения, аппарат федерального уполномоченного по правам предпринимателей, региональных уполномоченных, потому что действительно взаимодействие было очень активным. Могу сказать, что очень активно средства массовой информации подключались, и интернет-ресурс РБК нам помог провести определенный опрос. Мы опросили более 18 тысяч предпринимателей, 350 предложений получили. Если вы посмотрите итоговый документ, итоговый доклад рабочей группы Государственного совета, то он, это вот, скажем так, настольная книга, которую вы можете в любой момент взять и начать применять. Вопрос политической воли. Когда это нужно делать и нужно ли делать в целом? Почему вообще стал этот вопрос? Ну, когда меня попросили возглавить рабочую группу по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, я честно сказал, что я думал. То есть я не сразу согласился возглавить рабочую группу, потому что понимал, что фактически миссия невыполнима. Потому что совместить интересы 85 губернаторов, федерального правительства и предпринимателей очень и очень сложно. Что нам удалось? Ну, прежде всего, тот доклад, который есть, он поддержан всеми губернаторами. То есть ни один из губернаторов не высказался против этого доклада. И те меры поддержки, которые есть, они, эти меры поддержки, все губернаторами поддержаны при определенных условиях. Это вопрос урегулирования межбюджетных отношений и вопрос региональных и муниципальных бюджетов. Потому что основные меры поддержки по предпринимателям, которые мы предложили, это меры за счет региона и, соответственно, муниципалитетов. Поэтому мы пообратились в правительство, считаем необходимым об этом говорить еще раз, о передаче дополнительных источников для компенсации выпадающих доходов. А на самом деле это не компенсация выпадающих доходов, это компенсация на стимул для новых малых предприятий. Вот смотрите,
Мы говорим о том, что передать 1% налога на прибыль для муниципалитетов, то есть через регион муниципалитеты, и четко за ними зафиксировать. Для того, чтобы муниципалитеты имели необходимость для того, чтобы стимулировать для развития малого и среднего бизнеса. Ну, там речь идет около 100 миллиардов рублей. Но почему это необходимо? Потому что мы создаем, когда с вами создаем малые предприятия, это не только вопрос самозанятости человека, который принял решение создать предприятие, это и вопрос снятия социальной напряженности. Это вопрос формирования совершенно другого ответственного человека, который не ждет маны с небесной, что сейчас вот к нему кто-то придет и что-то за него сделает. Это человек, который принимает решения за себя сам, и эти решения реализует, не боится или приводит их в жизнь. Соответственно, пока мы, скажем, находимся в дискуссии с Министерством финансов, ну, вы знаете, в сложной ситуации, конечно, когда у нас есть и там сокращение доходов бюджета и так далее, но именно в это время нужно принимать такие ответственные политические решения. Почему? Потому что на сегодняшний день... Но оно ведь не принято. Пока нет, но сегодня все понимают, что его придется принимать. Может быть, не сегодня. Придет время, когда мы его точно примем. Это один из источников. Второй источник – это возможность более четкого регулирования доходов от реализации алкогольной продукции, ну, прежде всего, водки. Есть позитивный опыт Белгородской области, Воронежской. Мы считаем, что объемы доходов федерального, ну, в целом, федерального и регионального бюджета сегодня от реализации водки около 150-155 миллиардов рублей в год, он несопоставим. Реально можно увеличивать до 500-600 миллиардов. Здесь поддержка Минфина есть, как раз он... Можно больше... вот чуть-чуть в эту тему, да? Мы, видимо, буквально на днях были опять сообщения о сокращении статистическом продаж водки. Как бы, естественно, участники рынка говорят, что ввиду повышения акцизов, ну, не в Москве, а, так сказать, в местах менее... Нет, акцизы... Что, в общем, конечно, просто растет доля... Нет, акцизы повышаются это федеральным решением. Да, да, да. Ну, одним словом, что вытесняется легальная водка, да, нелегальная. Да. Вот, ну, вот чем смотрите, чем больше повышаешь акциз, тем меньше его получаешь. Вот смотрите, конечно. Если по пиву собираемость акциза 100%, и по пиву мы собираем почти 300 миллиардов рублей в год, то по водке в два раза меньше, и объем легальных продаж, ну, колеблется там, условно говоря, от 40 до 45% легальных. Остальное – это нелегальная продажа. Поэтому как раз предложение регионов, они невозможно. Цель какая? Цель простая. Сегодня мы имеем вклад от малого и среднего предпринимателя 21% в национальный валовой продукт. Малайзия 47%, там, Япония 63%, ну и так далее и тому подобное. Соответственно, ну, для такой страны 21% это невозможно. Мы все с вами будем сидеть и смотреть, сколько стоит баррель нефти, сколько стоит золото, сколько стоит, я не знаю, там, алюминий, медь и так далее. Ну, это такая, знаете, любимая забава у русских людей, иногда смотреть, сколько стоит баррель нефти, который они в жизни своей никогда и не видели. Поэтому нужно от этой забавы отучить, спокойно дать людям возможность предпринимать. И основная цель была, конечно, это изменение самой атмосферы. Когда меняется атмосфера, то у человека хочется, у него появляется желание что-то создавать и что-то предпринимать. А то, что мы находимся с Минфином в какой-то такой, назову это, конструктивной дискуссии, это правильно. Но у нас задача прибавлять и умножать. У Минфина делить и отнимать. Ну, разные задачи, поэтому вот, но мы конструктивно дискутируем. Да, но я уж не помню проценты, но число людей, они сейчас минимальное число людей, которые в России... Заняты малым средним бизнесом? Нет, которые готовы, которые вообще хотят. А в этом же проблема. Это же вот тогда, понимаете, это как раз в этом и есть основная проблема. Если человек не хочет, тогда мы с вами не увидим ни прироста, ни увеличения вклада в валовой национальный продукт, ну и так далее. Мы не увидим самого главного результата. Но есть же еще и политический смысл в том, что как раз те люди, которые готовы брать ответственность на себя и отвечать за себя и за членов своей семьи, за тех людей, с кем они стоят вместе, у станка, у прилавка, там, неважно, то есть занимаясь вот своим малым делом, это те люди, которые создают устойчивую социально-политическую и социально-экономическую атмосферу в том районе, в том селе, в том городе, где они живут. Леонид Ильич, вот два слова еще про малый бизнес. Вы же в теме, поскольку там готовили и так далее. То есть вы называли страны, Германия, там, Сингапур, Германию не называли, Япония, Малайзия, кто угодно. Значит, там малый бизнес, насколько я представляю, не в процентах, но тем не менее, малый бизнес как раз занимается инновационным производством. В понимании же россиян малый бизнес – это торговля.
торговля. И точка все. И, кстати говоря, это производство формируется вокруг крупных компаний. Да. То есть у нас даже представление сейчас об этом малом бизнесе на уровне интеллектуального понимания вообще, о чем речь, совершенно разное. Смотрите, Siemens – это 62 тысячи малых и средних предприятий. Само предприятие Siemens – это публичная компания, такая, так сказать, условно говоря, зонтичная структура, которая получает дешевое финансирование, имеет возможность размещать свои акции и облигации на публичных рынках, дает определенные гарантии и, соответственно, размещает заказы у малых и средних предприятий и, условно говоря, так в рамках кооперации создает продукт. Boeing. Более 40 тысяч малых и средних предприятий. У нас есть компании, которые вот по этому образцу действуют, которые являются локомотивом для развития? Нет. И может, с этого надо начинать? А мы с этого и начинали. Просто тема, если вы возьмете доклад, вы посмотрите, это в том числе доступ к государственным и корпоративным закупкам наших государственных корпораций и государственных компаний. А вот в этом направлении, вот в этом русле, хоть какие-то позитивные изменения статистически видны или нет? Видны. И более того, хочу сказать, что мы еще раз обращаем. Там есть уже определенные решения, поручения президента Путина, и мы еще раз обратили на это внимание. Для медиа нужна какой-то итог. Я понимаю. А нет итога. Подождите, есть сейчас разных. Во-первых, не мысли, а предложения. Предложения, но нет итога, нет решения. Решение за президентом, потому что президент дает перечень поручений, в соответствии с которым правительство и регионы эти поручения будут выполнять. Вот если подытожить, что самое важное? Это вот эти вот какие-то налоговые льготы, которые тем более не дают? Самое важное. Или все-таки создание устойчивого спроса и защиты вот этого бизнеса? Все, что вы сказали, это все называется одним. Изменение атмосферы. И самое важное, то, что мы смогли в целом провести Государственный совет на очень высоком уровне. Он получился таким, что люди четко понимают, что они услышаны. Да, пока не все решения приняты, но уверен, что мы дорогу только начали. Мы добьемся так, чтобы все решения были приняты. Помните, как Карфаген должен быть разрушен? Ой, это тогда, знаете, 3 века продолжалось. Хорошо, на этом прервемся и продолжим через пару минут. У нас Владимир Груздев, губернатор Тульской области, в гостях. Бизнес-ФМ. Первые на первом. У нас в гостях Владимир Груздев, губернатор Тульской области, главный докладчик по теме малого бизнеса на уже таком нашумевшем госсовете на этот счет. Об этом мы поговорили довольно много. Вот теперь такие наши... Сейчас мы это переживаем в стране. Дым и пожары. И в Тульской области, насколько я знаю, эта проблема тоже есть. К сожалению. И даже прошлым летом Москва нюхала гарь. Но не в Тульской области. У нас не было в прошлом году пожаров. Нет, в прошлом не было. В этом будут? Мы сделаем все для того, чтобы справиться с той ситуацией, в которой мы сейчас находимся. Хотя мы находимся в сложной ситуации. Но могу просто привести пример. За прошедшие несколько дней расчетный объем горючего, который используют наши пожарные, месячная норма была израсходована. В сутки выезжали, самые пожары, опасные дни были, это совпавшие с Пасхой, потому что тепло, много людей вышли на природу, много самоподжогов, много шалости детской. И вот с 12 апреля 145 выездов у нас было. То есть это действительно очень большая нагрузка. У нас ситуация пока еще достаточно напряженная, мы не завершили все мероприятия, но мы держим ситуацию на контроле. Ну, у вас главная опасность исходит от торфяных участков? Нет, у нас основная... Или вот это основная... то же самое, что палят траву? Самая опасность больше... Это то, что горят земли сельхозназначения, которые не используются. Нам, городским жителям, это очень все трудно понять. Такие особенности национального земледелия. Доказывают, мы опрашивали людей. Я никогда не видел, чтобы в Европе полили траву. Там коровки ходят повсюду съедают. Понимаете, говорят, никак нельзя, обязательно полить нужно. Нет, это ни в коем случае. Это не вопрос, то, что кто-то таким образом сжигает, остатки сена. Нет, конечно. Это вопрос в том, что большой объем земель сельхозназначения не обрабатывается. То есть это земля, которая была выкуплена и не обрабатывается. Только в прошлом году мы ввели в эксплуатацию 40 тысяч гектаров. Можете себе представить земель, которые до этого не были? Затрудняюсь, потому что 40 тысяч гектаров мне тоже непонятно. Это огромная цифра, но поверьте мне, на этот год у нас задача еще больше. Больше 50 тысяч гектаров ввести земель сельхозназначения, которая не обрабатывалась, в сельхозоборот. А вот как это происходит? Значит, это 3 источника. Это первое, это земля, которая так называемая нераспределенная пои, то есть мы завершаем
эту работу, ставим ее на учет и отдаем нашим сельхозникам либо в аренду, либо, соответственно, выставляем на продажу. Второе – это неэффективное управление государственной собственностью. Это, в частности, у нас три сельхозпредприятия, которые принадлежат государству, федерации. Общий объем более 22 тысяч гектаров, которые сейчас вот мы в этом году надеемся ввести полностью в эксплуатацию. Третье направление – это недобросовестные собственники, их большинство. Таких, большинство. Да, таких земель у нас около 250 тысяч гектаров. Только одна компания «Сахоу Агро» имеет 70 тысяч гектаров и землю не обрабатывает. Изъять земли очень и очень непросто, потому что сегодня... А есть такие прецеденты? Именно есть. Изъятие, да, нецелевое использование? Да, мы изымали в прошлом году. Мы несколько... Компенсации при этом какие-то выплачиваются или это полностью... Ну, там это все равно... За счет автора, нет, все изъятие все равно происходит по решению суда. Если эта земля находилась в аренде, соответственно, это расторжение договора аренды без компенсации. Если это выкупная стоимость, соответственно, выкупная стоимость по кадастру. То есть, если изъятие происходит в интересах государства, то кадастровая стоимость оплачивается. Но все решения принимаются в рамках судебных решений. Вот компания «Сахоу Агро» 70 тысяч гектаров необрабатываемых. Вот там четвертый год. А они... что-нибудь она обрабатывает? Потому что, я так понял, 40 тысяч – это много. Это то, что ввели. Да. 70 тысяч – это почти в два раза больше. Два что-нибудь раза больше. Она обрабатывает, эта компания? Ну, практически 70 тысяч, если 10 тысяч они там сдают, условно говоря, в субаренду нашим фермерам. То есть, это такой латифундист, который просто скупил, и никакая не агро, ну, да, просто землевладелец, ничего не делает. Это такая сельхоз, условно говоря, предприятие, которое оказалось в сложной финансовой ситуации, широко шагнуло, то есть взяли много земли, взяли много техники и не справились с финансовой нагрузкой. И, соответственно, но отдавать тоже не хочется. Вот пытаются как-то из этой ситуации выходить. И, конечно, существенно нарушает интересы нас, регионов. Вот и... это очень интересно. Мы уже говорили там в первой части нашего разговора, что на село, самом деле сельское хозяйство село самое очень большое. Большая перспектива, на самом деле. Очень большая перспектива. Почему? Потому что при сегодняшнем курсе рубля, конечно, хотелось бы, чтобы он все-таки для наших производителей был все-таки пониже. Тогда, когда более понятный устойчивый курс, то больше программы импортозамещения реализуется. И хочу сказать, что по селу, практически по всем отраслям сельского хозяйства, можно на сегодняшний день работать с прибылью. То есть земли очень много, земля не обрабатывается. Я скажу, ее очень много. Вот эти пожары как раз из этой необрабатываемой земли. Да. Потому что та земля, которая вспахана, она не горит, как вы понимаете. Ну да, там, где коровы съедают траву, соответственно, да, там не о чем ее жечь. Ну, коровы... Ну, понятно, на самом деле коровы редко пасутся на лугах. Это у нас почему-то, знаете, там из Амстердама выезжаешь, сразу за последним доном начинаются они на каждом участке. Это правда. И ничего не горит. Но это когда? Это когда уже трава, когда трава созрела, когда ее можно есть. Это мы, городские жители, просто там нам понятно вот так вот, где горит, а где нет. Угу. А кто инвесторы вот этого сельского хозяйства? Вот здесь уже общеэкономический вопрос. Вы знаете, самое устойчивое, то, что я наблюдаю на примере Тульской области, это небольшие средние предприятия. Это предприятия где-то 100-120 человек работающих, крестьянско-фермерские хозяйства с выручкой примерно 100-150 миллионов рублей. Ну, предприятие обслуживает 8-10 тысяч гектаров. Вот чтобы освоить новое заброшенное поле, допустим, которое вот вы выставили, продали, все равно на это нужны инвестиции. Ну, этот вот процесс, смотрите, он работает или нет? Работает. Во-первых, есть погектарная поддержка, хотя она небольшая. На сегодняшний день около 400 рублей на гектар. Кроме этого, есть разные программы субсидирования. Вот по тем отраслям, они регионально, федерально. Вот мы в прошлом году имели объем совместной программы с Федерацией по поддержке только сельхозпроизводителей около 2 миллиардов 200 миллионов. Мы выбираем те отрасли, которые нам наиболее интересны, там, где у нас, скажем, еще есть дефицит, и, соответственно, по этим отраслям работаем. И смотрим, в том числе, федеральные программы. Мы вступаем, стараемся вступить во все федеральные программы. Софинансирование примерно всегда идет там 50 на 50. Это же все 50 государственные части. Если вам необходимо вот это частное, чтобы... Нет, а это же... Частный субъект, который может... Слушайте, на самом деле, по многим позициям, вот в прошлом году один из таких фермеров жаловался президенту Путину, звонил на горячую линию, жаловался, что вот у нас село там не поддерживают. Когда мы с ним встретились, такой фермер Солнцев, уже на тот момент он получил от нас грант безвозвратный 300 тысяч рублей, 600 тысяч рублей льготный кредит по ставке 8 годовых, ему была предоставлена земля, просто он был не очень получилось у него хозяйствовать, поэтому он, так сказать, грант проел, коров забил, которых купил на грант, на кредит, а кредитный обслуживал, ну и что сделал? Ну, позвонил президенту, пожалуйста, что поддерживает, у нас не очень хорошо. Когда я по поручению Владимира Владимировича к нему выехал, приехал, он говорит, ну да, и говорит, ну вот у меня не получилось, а вот помогите. Вот сейчас мы уже в течение года в ручном режиме, так сказать, ну, в порядке эксперимента его доводим, вроде бы получается, посмотрим, какой будет результат. Вы говорите, 100-120 человек. То есть мы, например, тоже, опять же, так вот, взглядом непосвященным видим там бурное развитие крупных именно агрохолдингов. Есть, я начинаю думать, что, может быть, это и правильно. В России вот помещичье хозяйство было. Слушайте, надо...
большой помещик имеет ресурсы. У нас и крупные предприятия тоже заходят. Тот же «Мираторг» у нас активно сейчас подбирает площадки. Тот же компания «Воловский бройлер». Нет, нас крупные... Они деньги могут привлечь, они... Могут, да. могут. Но у них они все равно не решают всех проблем, потому что разные степени производства. И в большей степени они идут туда, где более выгодно. Более выгодно – это там, где вырастила переработка. Производством зерна в меньшей степени, они больше закупают зерна. А остались еще кооперативы какие-то на месте вот этих колхозов, почти совхозов? Нет, почти нет. То есть это либо фермерские хозяйства, либо частные, да, крупные агрофирмы, которые заменили либо, фактически колхозы, и производство нанимают просто... Нет, ну либо средние предприятия, которые не подпадают под понятие крестьянско-фермерского хозяйства, но еще не крупные предприятия. Ну, в общем, наемные работники трудятся там. Да, совершенно верно. Не фермеры-владельцы, все-таки наемные работники. Пример, там, предприятие, выручка 120-130 миллионов рублей, прибыль примерно в год составляет около 40 миллионов рублей и очень неплохие заработные платы. Ну, вот у меня таких хозяйств, наверное, 70 или 75. И мы эти хозяйства и дальше потихонечку развиваем. Но там вопрос все равно, вопрос упирается в лидера, в человека. Вот я ко многим прихожу, они уже... Это же тоже, это жизнь, понимаете? Это встать в 4 утра. Это совершенно друг, ну, как сказать, это образ жизни, понимаете? Когда я прихожу, я говорю, может быть, ты еще возьмешь 1000-10 гектаров? Он говорит, слушай, ну, это уже другой порядок хозяйствования. Мне уже там сложно чисто даже физически, потому что это надо все объехать, ну, везде поприсутствовать и так далее. Но... И крупные агрохолдинги, и мелкие крестьянско-фермерские хозяйства, они необходимы. Спасибо. Держитесь курса. Спасибо вам. Бизнес FM. Первые на первом.